Сегодня мы отправимся в оазис, который находится в окрестностях легендарного города Фамагуста на Северном Кипре. Пройдя неторопливым шагом от Золотого пляжа, буквально 500-600 метров, мы оказываемся в прекрасном жилом комплексе уровня 5-звездочного отеля с уникальной архитектурой и живописным ландшафтным дизайном. Поражают объемы и размеры двух бассейнов, выполненных в необычном дизайнерском стиле. Невольно возникает вопрос, насколько скоро мне захочется идти на морской пляж, если прямо под носом есть такое чудо? Ведь не выходя из бассейна, можно заказать холодный фреш. Или рядом с бассейном сесть за уютный столик прямо в купальнике и насладиться средиземноморскими блюдами шеф-повара киприота. В зимние месяцы обитатели комплекса не отказывают себе в удовольствии погреться в сауне и хамаме, но также воспользоваться джакузи и бассейном с подогревом. Здорово! Кроме финской бани и других опций комфорта, в Activity-центре расположен спортзал, оборудованный новейшими тренажерами. Здесь же можно сразиться в настольный теннис и даже посмотреть кинофильмы на большом экране. Ну а пока взгляды взрослых устремлены к морю на беговой дорожке, счастливые дети не могут найти себе места. В прямом смысле. Объяснение этому простое. Мест очень много. Горки, качели, карусели, гамаки, батут, большая детская комната с игрушками и даже детский амфитеатр. Как же здорово быть ребенком, особенно на Северном Кипре. А неужели все так волшебно внутри жилых зданий? Сейчас посмотрим. Да, идеально чистый вход. Умные лифты. Очень просторный салон-гостиная. Уютные спальни с отдельным санузлом. Да, настоящий средиземноморский дизайн. На мой взгляд, милый уют и умеренный хай-тек делают эту обстановку не просто комфортной, а по-настоящему близкой, изящной и домашней одновременно. Встроенная кухня со всей необходимой бытовой техникой, вытяжкой и барной стойкой. А главное – это потрясающие виды и жизнь без забот. «Наверное, это дорого?» – спросите вы. Судите сами. Средняя стоимость готовых двуспальных апартаментов в этом комплексе в июне 2014 года составит всего 60 тысяч английских фунтов. Alaska Development открывает для вас Северный Кипр с душой, совестью и солнцем.